Здравствуйте всем! Вот и выпуск из университета. Год прошел, получили новые знания, которые, надеюсь, нам как-то пригодятся. Всем приятного просмотра! Господи, это просто прекрасно. Я захожу в игру, меня встречает. Да. Pay attention. Что-то ей не нравится в нашем директоре. Так. Ого. Еще какая-то дама. TNT. Это все та же самая дама. Вся... А, дама ебанила, да. Блин, я забыл поставить запись. Ну все. Перепроходим всю игру. Да. Ну, у нас есть вторая. Да. Она любит ботанить, короче. Я не могу сосредоточиться на чтении. Зебомб. Дефьюз. Вот это мы любим. Это да, это прям. Ничего, у меня игра лагает. Чё, не тянет? Да, наверное, пора что-то менять. Так, тут можно было бы как-нибудь скрыть машину. Но... одна чашка чая. Это только для меня. Оу, это только для меня. Так, тут есть кодовый замок, в котором написано одна чашка чая. Это только для меня. Не знаю, давай 1-1-2. Не работает. Ну ладно, тогда потом. Так. У меня есть карточка полиции этого кампуса. О, а тут, кстати, есть еще какая-то схема бомбы, как будто бы. Вот. Карточка полиции? Знаю. Да, у меня есть это карточка можно полиции. Можно машину попробовать. Пойдем. Скорее. Я могу тебе дать, если хочешь. Прямо здесь. О-о-о. Вот это попробуй. Давай, да. Да, готово. О, химические элементы. О, это мы любим, да, наш любимый. Мы да. Там столько игр прошли с ними. Chemicals is missing. Кто-то украл химикалы. Предположу, что это вот те, которые там. Так. Ну, ладно, пока, наверное, нам без разницы. А где бомба-то вообще? Чё я там? Чё мы ищем? А, нам нужно два ключа. Угу. Одна чашка чая. О! Нихуя себе! На каком языке написано? Три красных букета. Это очень неожиданно было. Да, да. Причем это явно близко к русскому, потому что... Ну, вряд ли на других... Ну, слово красный, короче, вряд ли красный на других языках. Оно скорее либо красный, либо еще как-нибудь. Это самый можешь вот еще это... карточкой своей скрыть эту машину? У меня больше нет карточки. А, то она одноразовая? Да, она, типа, открывает полицию и все. Прекрасно, музыка. Надо. О, чё ж я так туплю-то? Банилас букетс. Может, она из России это банила? Любят свои русские шахматы. It's a nano. А, я понял. Nano. Натрий, N что-то там, и O это кислород вроде, да? А N да, что такое? Натрий, азот и кислород. Там, короче, стой где-то там, я тебе цифры продиктую. Хорошо. Ты посмотришь. Нано, натрий, там что-нибудь типа 13, наверное. Наверное, где-то. О, это 7, скорее всего. Натрий 11. 11, отлично. Н это 7, и О это 8. Все, с кислородом слегка проебался. Да. Че там? Все так, не знаю, смотри, че там. О, и тут русский язык. Russian и English Dictionary. Это красный. Так, а что же такое букет, интересно? А, это букет. Букет. Дог, собак. Ничего себе. Ой, карточка. А вот это от ее как раз это.
Да, мне кажется, нужно найти три красных букета и понять, какие у них позиции или что. О, я нашел какую-то карту. Так, давай посмотрим карту. А, ну вот, собственно, она это. А нужно сказать позиции букетов. Сейчас, одну секунду, я запиню ее, чтобы мне ходить можно было. Так, вот красный букет. Это D2. D2. Так. На русском? D2. Так. Ага, сейчас еще проверю. Так. A4. Дальше V6. Все, есть. Да, есть. Блин, это эти загадки с русским языком, я даже не знаю. Прям так, тяжело. Да. Тяжело. Кассету нам надо посмотреть. Красный? Нет. Синий? Синий. Нет. Желтый? Желтый. Да. Да. Зеленый? Да. Желтый, зеленый. Бля, я не представляю, как люди, которые не знают язык, должны это переводить. Прекрасно. Нам нужны, ну, два ключа, на самом деле, на начало. У меня один ключ есть. Одна чашечка. Откуда ты его взял? Ну, вставляй тогда. Так. Ну, вот одна чашечка чая у нее. Может, надо посчитать... Может, надо посчитать чашки чая? О, тортик из портала, смотри. Где? Так, вот. Вот прям тортик из портала. Так, нам надо как-то вскрыть замок. Я не понимаю. Какой-то альтернативный способ открывания. Видите? Давай посмотрим загадку с чаем сначала. Я не понимаю ее до конца. Потому что три цифры, вряд ли наберется столько чашек, чтобы было три цифры. Может, надо чайники посчитать? Чайная комната. Типа... Чайник. Раз, два, три, четыре, пять... 6. А у тебя есть еще какая-нибудь колба? Нет, у меня только карта. У меня ничего такого. Короче, там в полицейской машине можно вот воткнуть три колбы. Две я воткнул. Ну, откуда у тебя колба? Я их нашел. А-а-а. Короче, я бы попытался все-таки понять, что за загадка с чашечками. Чашечки. Но там три цифры, я не понимаю. А сколько чашек ты нашел? Давай так. Я пока 4, ну, 5. Там 6, по-моему, их. Вот у нее в руке раз, на столе 2, 3, 4, 5, 6. А, 6, да? Вот. Здесь 6, там еще одна стоит в этом. В том месте. Вот. То есть, типа 7, но 7, окей. А там не буквы, там цифры же, да? Да. Вот. Тогда хер его вообще знает, что тут должно быть. One cup of tea. It's just for me. Нет? Да блин. Так-ка. Нет.
Да похер, one more key, да, мы поняли. Да, блять, прекрати нажиматься. Непонятно. Да. Там метод перебора пошел. Нет, разные варианты пробую. А, это одно и то же, да? Так. 4. Одна чашка чая. Это что? Это я хинт заюзал. Кстати, радио мы еще нет. Не заюзали. И что это дало? Я нихуя не понял. Ну, что? Блять. Я вот хотел попробовать, но забыл. Я открыл, короче. Кого? Ну, блядь, эту бомбу я открыл. О, круто. А чё там, желтый, да, зеленый, да? О, как тут красиво. А, да. Tea for free. Так, что там было написано? Чайный рецепт. 3 бунча, 12 спунфулов и 9 кубиков сахара. Все ж понятно? Да, что бы это нам дало. Так, ну что, надо разгадать загадку. А, вот надо включить 900 АМ радио. Ага, 900 АМ. Ну погнали, 900 АМ. Право. Да. Вверх. Down. Вниз. Ну давай еще раз. Ты будешь тыкать? Нет. Я не успеваю. Я думал, ты записываешь. А, я думал, я тебе продиктую просто. Зачем успевать? Ну давай. Бля, это музыка классная. Че давай? Я уже вышел. Ну, ты запиши, а потом выходи. Т вниз. Е вверх. Ф вверх. А вверх. Б вниз. С вниз. Д вниз. Е вверх. Вот. Тыкаем. Так ты С вниз не опустил. Так оно опустил? Вниз, это либо вот, либо так. А, все, понял. Все, хорошо, тогда тыкай в эту. Отлично. Желтый, да. Я дальтоник. Ты красный перерезал. Я же дальтоник, ну все понятно, что... Ну. Так, здесь что? Покажи, что там про чай было. Вот, желтый, что это? Зачем ты мне это отдаешь? Я показываю. Не просто. Так, Tricians Earth with Donuts. Delicious for Grow Party. Ага, все, я понял, отлично. Значит, один. Дальше получается 4 и 3. Готово. О, палка. Пластисисер. Сисер. О. Иди мешай рецепты. Ты умеешь. Откуда я знаю, какие рецепты мешать? А, ну вот. Во! RDX! Меньше
50, я так понимаю. Солвента больше 30. А А, это чтобы взорвать ту дверь. Я понял. Так, больше 50%. А, там вот все просто. Я почему-то думал, что это. Господи, так. RDX больше 50. Ну, 60, окей. Меньше 30, плюс 20. Больше. Так, хорошо. Должно быть 100, я так понимаю. 100%. Логично. Так, то есть если у нас будет этого 60%, то нам уже минимум здесь получается должно быть 20 и 20. Так, тут, короче, 10, потому что вряд ли мы сможем влезть в любые ранки. Enjoy your bomb. Thank you. Можно мне дома такой принтер? Не советую, товарищ майор, мы шутим. А бомба у тебя? А вот оно. Пойду тыкать. О. Так, что там у нас? Да, какая у нас бомба? Давай посмотрим сначала. У нас из трех состоит она. Вот. Вот так, наверное, да? Нет, у нас с этим. Вот она. Да. Значит, нам нужно протыкать. Ну, ты видишь, в общем. Зеленый. А, режь, иди, режь. У меня-то нету этого. Давай, подорви нас всех нахрен. Так. Да, зеленый, все правильно, прекрасно. Все, можно тыкать. Нажмем красную кнопку, да. Себе, если честно. Я подумал, что про ключей, блин, но не почему-то их не потрогал. Да, Б с минусом, согласен. Надо будет перепройти. Чтоб все достижения. А, бани, бомбы, нэкш. Да. Headmaster. Ой, простите, я это сейчас. I have to say, I really like that I'm really good making bombs. Чё, бобс? Бупс. Бупс. Она хотела показать нам бупс? Да, а ты проигнорировал. Кнок-кнок. Что-то там профессор банила немного блю. Переел что-то. Нок-нок. Let me quickly need to talk. Так, кто нам сиськи должен был показать, я не понял. Все уже. Показывайте. Уже показали? Блин, я отвлекся. А! Difficulty. Классно. Какое там было difficulty? Одиничка. Однерка.
Мой партнер сегодня тупит. Has no one been in here since Neil took over? We better take a look around. Stay alert. Партнер. А? Где ты? Партнер. Well, that's new. Oh. А, я тут, простите, пожалуйста, поссать отходил. Так, они закрыли нам этот лаз. Окей. Этот пидорас закрыл нам лаз. А, что мы должны поделать еще? Время уходит, мне говорят. А что ты меня торопишь? Времени даже нету. Мой спешный конфиг, конфиг. Ух. Lines disconnect. Чё там надо? Чё вы делаете? Господи, это же опять это на 4 литра? Да, твоя любимая. Моя любимая, понятно, что ты так кричал. Давай, сколько надо? Так. А, залить линию. Ну вот, ты залил. Я залил глаза себе. Блин, только что было у меня 2. И, короче, давай. Ты справишься. Я потыкал. Я справлюсь. Ты прямо. Ну, давай, нет. Ресет. Вот. А, ну в любом случае, у нас 3 и 5. Да, 3 и 5, 8. Вот. Отрезаем 3, да? Вот. Перекидываем 3 сюда. Отрезаем еще. Получаем 2-2. Вот. Теперь перекидываем еще сюда. У нас получается 1. Вот, можем перекинуть, получается, вот сюда, кидаем сюда, нет, не совсем сюда, кидаем, ну у нас в любом случае 3 было, чё я туплю-то, так, чё-то я упустил, сейчас, так, здесь у нас получается 3, нахуй я это сделал, короче, не знаю. Давай, вот так. Так. Это у нас 5. Еще разок. Вот так. Еще разок. Вот так. Вот. Теперь я, по идее, наверное, могу сделать вот так, да? Перекинуть эту вот сюда. Сделать еще раз вот так. А, все. Че ты умный, конечно. Я просто тыкаю кнопки. Даже не думаю. О, дяденька. Странный немного. Кто-то на подсосе. What is this? Eel is a robot? Ну как робот? Не совсем робот. Ну так, чуть-чуть. Киборг. This whole time. Someone's been playing us this whole time. На зарядке, чувак. Так. Отключили. It's time to face music. Отключили? Что там в нем было? Strange card. А, ну пихай ее, да. Так ты там стоял. Простите, да. Я увидел две дырки, я запихнул, куда получилось. Во что мы вляпались? О, теперь 5. Это будет жестко. Это будет жестко. У-у. Чё, костлявый, что ли? Да.
Тюм-тюрин-тюм-тюм-тюрин-тюм. То есть последнюю писю нам не дадут, нам сказали. О, ты тоже это? Ты тоже? О, тебя избили, что ли? Ну, естественно, кто еще? А-а-а. Я начал подозревать этого пидора, когда он нам экран перевернул по-разному. Ничего не знаю, было все нормально. Ты че, этот как я? Господи. А, это что у нас этот? Это у нас этот, как ее? Этот. Студент 00. А этот, как его? Это что? Блин, да чё я всё забывает ставил? Главный антагонист Портала. А, этот. Какого? Первого или второго? А, первого. А если вы must должны кричать, используйте следующую процедуру. Бля, мне к хедмастеру не дают дойти. Так, вот хедмастер. Так, очки. Очки. Keep for my clothes, we can beat him. Together. Ага, все отлично. Не, посмотри, что там написано в шкафах. Ты же видишь там цифры. 0, 10, 25, 15. Ты крутил? Нет, еще я же не вижу их. Ты же очки видишь? Да. Так, что там? А, 0 начинается. Потом мы влево до 10. О, вправо до 10. 10. Да? Блять, вправо до 10. Так, там. Влево до 25. 25. И потом до 15 вправо. 15 вправо. Да. Четко. А у меня почему есть... не открылась дверь? Не знаю, у меня все открылось для тебя. А что там было-то? Баги. Смотри, я тебе могу показать. Вот эта штука, да? Ага. Ты видишь ее? Тестинг шит и хедмастер пин. Вот. Ну-ка, я могу ей запинить что-нибудь куда-нибудь? Нет, туда не пихается. Да, окей, пойдем дальше тогда. У меня тогда тестинг систем этот. Не пытайтесь выбраться. Орите в футболку. А, мы отсюда выйти не можем, что ли? Я-то думал, мы там еще можем. Я вот тоже думал, что это, но нет. Кредитная карта Сбербанк. А, ой, теперь мы должны тыкать ответы на тест, что ли? Only an ace may enter. Ну да, нужно решить, короче, прям тест на все 100%, они говорят. Так. Ну... дайте мне что задачку, я ее решу. Так, ну задачка... тут смотри, у нас 5 вариантов ответа. Какой-то символ, отвечающий за вопрос. Он очень похож на компьютер с клавиатурой. Вот, и 0 написано. Я не знаю, что это значит. Так. Может, мы где-нибудь ответы подсмотрим? Ну, ты можешь сам посмотреть, что там лежит. Где? Чтобы... ну вот, я вставил в машину для тестирования. А, да? Да. Может быть, надо потыкать бесполезно и потом заново перетыкать еще. Я не знаю. У тебя лежит что-нибудь в машине? Да. Все, хорошо, а то двери не открываются, мало ли. Может, где-то еще есть надписи какие-то там? Там натыкал.
ты, читор. Да. А как ты решил, что именно так надо? А он говорит, только лучшие ученики смогут пройти. Я написал лучшие. А-а-а. Я взял мертвую батарейку. Отлично. Нашей обожаю любви села батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Так, сюда тоже надо, нужно будет тест запихнуть. Ага, сейчас запихиваю. Dying. Так, тут у нас нарисован компьютер. Dying is ground for disqualification. О, смотри. Отлично. Так, да. Зеленая, красная. Ну, на таких площадках у нас возникает разногласие, поэтому давай ты сам. А, тут смотри. А что меняется? Почему-то это правильно оказалось. Теперь смотри, поменялось это. Желтый, красный, зеленый. А, ну правильно, наверное, вот отсюда надо идти, типа желтый, красный, зеленый и фиолетовый, то есть и желтый. Нет, это да не. Куда здесь ты идешь? Вот сюда, прямо же, вот. А у меня там не было красного. Странно. Вот я говорю, опять начинается хуета. Давай, у тебя получается лучше, я тут поставлю. Да ну нахуй. Так, желтый, блять, фиолетовый, красный, зеленый. У меня там бирюзовый стоит, а не фиолетовый. Ну, ой, извините, не фиолетовый, бирюзовый. А, да? Я читаю, это я так читаю просто, блять, вообще максимально. А сфотографируй, что у тебя на экране сейчас? У меня сейчас зеленый, желтый, бирюзовый, красный, синий. Да, все так. Вот. Ладно. Так, зеленый, желтый, бирюзовый, красный, синий. Вот. Оп. Синий, красный, так, красный, фиолетовый. Фиолетовый. Ну, розовый, да. Красный, бирюзовый. Че? Это вот я понял. Вот сюда, короче, Б. Экзит. Иди нахуй, короче, он говорит. Так, какие нажимал? А, Б, С, Е, Д. А у нас они все здесь. Они прям все здесь. Нет, неправда. Ну смотри, тут у нас есть, короче, сейчас. А. Д. Е. С. Б. Вронг? 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 Так, компьютер. Надо посмотреть, что там компьютер. Что там компьютер нам говорит? А, может быть, нужно... Тут видишь, есть Б кружочек с точкой, а есть Б... А, типа просто... несколько раз их нажать. Я наверное. Понял, да. Нет, так не работает. А если А пустой, а давай... Б, да, Б давай заполненный. Б, С, Б, да, С, Б, С и Д. Д. Да, давай Б, С, Д, да, я тоже так думаю. Б, С, Д. Коррект, ты молодец, ну, прямо, четкий пацан. Ну иногда надо же как-то это... Работает головой, да? О, да. Трубы, наши любимые. Так, ой, я забыл забрать ту хуйню. Будь добр, возьми ту хуйню. Да. Так. А, это, соответственно, не двигается, я понял. То есть, типа, вот так ставим, потом, например, вот так, потом... Эх, а я думал, меня пиздить будет. Не то будет. Вот так. Потом, например, вот так, вот так, вот так. Блин, что за хуйня? Слева. Сейчас. Вот так. Угу. Ой, чё-то как-то это.
Чё-то как-то слишком, да, дофига, это... чтобы для этого. То есть нужно прям такую, да, систему, которая пройдет сквозь все, но при этом с минимальным количеством. Причем тут это колбаса. Или нужно пройти только через определенные, интересно? А вот это вопрос. А может быть, наверное, не через определенные, а через те, которые получится пройти, потому что, видишь, малое количество. Ну да, кстати. Да, мало. Но при этом уже у нас плохо получается, я смотрю. А их нельзя двигать? А, я понял. Не можешь двигать это. О, смотри, С не загорелась, а А загорелась. То есть она правильная, ага, как будто бы. То есть через С не нужно проходить даже, похоже. Ух, блядь. Блядь. Я думаю, что... Ну, хотя ладно, я не думаю. Давайте я не буду думать. Не будешь думать, да? Я не буду думать. Не хочу. Они вращаются как-нибудь, эти штуки? Не. Он тыкает, типа я не могу их подвинуть. Тогда никак. Точно через верх. Не-не-не, я в смысле через другие штуки. Да. Блять, я тебе отдал пин. Mm-hmm. Вот, это, пользуйся. Так. А больше-то у нас поворотов и нет, да? Да, надо вниз через D идти, судя по всему. Хотя мы тогда хуй пройдем, мне кажется. Так. Да, не хватает одной, даже не двух. Не хватает. Интересно, а здесь есть что-нибудь? Так, летальная... Ай, тут... Ну давай просто А. Ой, а дай мне, пожалуйста, этот, как его, хедмастер значок. Ага, спасибо. Нет, не помогает. Что-то туда пёхнуть надо, короче, в эту штуку. Батарейку. Я, я зарядил батарейку. А, о, отлично. Давай просто А тыкнем. Так, а батарейка нам не нужна, думаешь? Ну, я её зарядил. Давай тыкнем А. Нет. Пошел нахуй профессора беспокоить, нам говорят, да? Угу. Так, С у нас точно нет, да? Не, можно попробовать ради прикола. Не, ну С, он же белый. Вот, нафига он нам нужен? Ну да. Я понял. Я все-все понял. Сказать тебе, будешь сам делать? Нет, давай сам. Ты же понял, я же нифига не понял. Ну, я же объясню. Расскажу, покажу. Еще потрясу. Фича. Ну вот, вот это так и должно быть. Чё бы нет, это собственно. Все нашел, господи. Так, блять, хули ты делаешь? Где эта хуета? Блять, одно не хватает. Может через D? Да, через D точно. Ну, блять, давай. Так, AD, смотри, видишь? Вот. И теперь осталось проверить E каким-то образом. А мы можем вообще? Да, можем E попробовать.
Не, вот так. Вот так. Так, да? Попробуй АД пока что. Что это такое? Что? Нет, этого не может быть, если это сработает. Нет. Тогда АДЕ. Почему? Почему? Почему, да. Блядь? Почему? Просто почему? Что они зеленые? Да схуя, вообще они зеленые. Они не зеленые. Они вообще не подключены между собой. Они не должны быть, блин. Тебе просто нужно узнать, какие зеленые. А как узнать, какие, что они зеленые, если они не зеленые? Включил. Ты включил их, а посмотрел зеленые, выключил, а можешь включать другое. Тебе не обязательно смотреть все разом. Ты их вообще не включал, ни одну. Ну, в смысле ни одну? Я включил Б и Д. Осталось включить Е, но я забил на нее хуй. Нет, нет. Что ты не сделал? У меня... И у меня сформировался отзыв к этой игре. О, о. Накрутил, так накрутил. О, батарейку сюда надо вставить, наверное. Не знаю. Так, ничего не происходит. Мы... Значит, не надо. Надо ставить писюн. Ты взял это, да? Do not. Ой-ой. О! Don't... А, do not dare, наверное. Don't you dare! Вот, вот сюда, наверное, батарейку. Да, сюда батарейку. Так, здесь должна быть... вот она. Да? Нам нужно еще две задачки решить, и тогда у нас получается ввести здесь код. Да просто, don't you dare, и все. Да, я понял, да, еще две задачки. Че, пойдем туда дальше тогда? Ну да. Угу, окей. Можем, конечно, догадаться, наверное, и так, но... А, Б, С, Д. Ставишь листочек? Да, сейчас. А, азбука Морзе. Нам нужно этот. Нам нужно, чтобы они так были, как... Да, нам нужно посмотреть, какой правильно сигнализирует, и тогда отправить их на то место, где они должны стоять. То есть... Пиздец. А, это точка тире. Вот это точно не А, вот это вот точно не А. Это как будто не А, но вот, кажется, вот это. Вот это? По ощущениям. Но ощущения нет, это Е. Это Е. Это почти 100%. Дальше, чуть-чуть дальше и направо. Ну вот, нет, нет, все брали назад, 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 вот сюда, 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 и в другую сторону, вот это Е. Вот так. Отлично. Так. А, там просто точка, я понял. А, вот Е, А, по-моему. Вот это Д, вот это Д почти 100%. А где А у нас? А, вон она, аж где. Сейчас можно я быстро это... А, ну да, вариант. Так. А, ты поставил, да? Ну, вроде да. Ну-ка. Да, чисто. Так, дальше получается. Остались. Так, длинная, короткая, короткая. Нет, длин. А, С нашел, короче. Где С у нас? Да, вот она, все. Везу С. О, это Б, точно. Б, короче, правильный ответ. А, неправильный. Е, неправильный. А ты бумажку поставь, поставил. Да. Все, давай еще раз. Как еще раз тогда? Д и Б.
бы. Да. Ух, холодно. Ничего ты всасываешь. Тебе не тяжело там? Нет, все с собой. Which tanks contain water? Уа. Оранж. B плюс A, оранж. Оранж. Ну это значит желтый, значит это ба и F. Это F и ба. Ой, бр, извините. Я плохо вижу издалека. Так, давай так. От записок прям не чувствую. Так. Б плюс А, да, это О. Вот, то есть, значит, один из них какой-то либо F, либо БР. Блин, я, наверное, я так буду лучше. Желтый или красный? Все. Какой-то из них желтый или красный? Так, зеленый. Это логично. Значит, БЦ это грим, да. Это зеленый, значит, это желтый плюс какой там синий, скорее всего, да? Кто-то синий, кто-то желтый. Ну, это мы и так знаем. Окей. Так. И. Ага, B плюс E желтые. А, значит, хотя тут есть, конечно, белые еще. Так, значит, получается, кто-то... А, ну, получается, B желтый, E вода, собственно. Вот. Либо два желтых. Оставь, пожалуйста, вместо B A. Оранжевый. Ого, ого, значит... Значит, А это красный, Б это желтый. Б это желтый и Е это тоже желтый. Вот. То есть Б желтый, Е желтый, А красный. То есть С это синий, логично, да? С это синий. Да, да. Какой танкер хранит воду? Какой танкер хранит воду? А мы все посмотрели, да, получается? Ну, у нас получается А, Б, С, Д. Так, А, Б, С? А, Б, С, Д, Е? Ну да. Д не смотрели. Д, Д мы не смотрели. Желтый. Да, Д, Д этого, да. Давай посмотрим. Ну, бумажку никто не вставил же, да? Блять, простите. Да? Ну попробуй. Да. Так, ну все, у нас весь этот. Все тесты взяты. Ты не взял бумажку? Взял. Я не взял. Нет, ты взял бумажку. Все, тогда пойдем назад, наверное, да, нам проще. Да я. Залезть в этот. Залезть в пизду. Так. А, С, Е, Б, С, Д, А, Д, Е, Б, Д, Д. Так, осталось нам где-то найти не воду и не другую жидкость. А, наверное, ага. Из той лаборатории. Да. С? Подошел? Подошел. Так, это ты перебил уже. А, ты все перебил, да? Нам остались, он говорит, это типа stay away from terminal. Нам наверх надо забраться каким-то образом. Вон ту лестницу опустить. Как мне кажется. Лестница!
Как опустить лестницу? Лестница-то недостаточно длинная. Иди покажи мне, какая ты длинная. Да. Что ты сделал? Я ничего не делал. Я ищу терминалы. Студент 00. У меня вообще есть очки этой тетеньки. Очки, может, ей надо их отдать? Вот, да, сейчас посмотрим. Ну, он вообще говорит, типа, валите от терминалов. Слушай, а у меня на этих дверях что-то написано. Пока у меня ее очки. Видишь? Я Сереж. Ась. Видишь, у меня на дверях что-то написано. Да. You may have met your match, Quanti. И они, естественно, все не открываются. Так, давай посмотрим, что там написано. Да, что-то там... Кстати, ты видел? Ну, блин, мне там пишут, маг говно, я говорю, нет, не говно. Мне пишут, нет, говно. Ну, я не могу такой веселой беседы отвлечься. Вот, что там, видишь? Давай, не совсем. Можешь повращать головой, потому что у меня только пол экрана. Вот. Poor quantity, he... Ага, плохое качество. He is given... Дальше. You everything you need. Он дал тебе все, что нужно. А, чтобы защитить... Чтобы это, противостоять ему. И он не... даже не понимает это. Угу. Ну, у тебя есть все, что нужно, тебе говорят. Отлично. Я не знаю, что делать, а ты там фигню страдаешь. Я? Да. Так, синий, красный. Он сказал терминалы не трогать. Какие терминалы? Где терминалы? Что у тебя в руках есть? У меня есть этот, значок мастера. У меня есть очки, бидоны. Бидоны. А вот ты ходишь, ты посмотрел, у тебя вот там компьютер розовым был. Чё он дает тебе, этот компьютер? Какой розовый? Ну, назад иди, назад. Нет, вперед тогда. Назад. Просто я, ты спиной стоял, потом говорю, иди назад, а ты этот вперед пошел. Дальше, дальше, это хрен с ним, мы уже это решили. Дальше, 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 дальше. Дальше, дальше. Вот здесь вот компьютер у тебя глазом помечен. Что тут было? Ты не помнишь? И здесь я взял батарейку. Все, окей. Значит, только батарейка. Все. Ну, здесь ничего. Так, нам нужно на второй этаж подняться.
Вот, как нам подняться на второй этаж? Нужен путь наверх, она говорит. Изрел по путь наверх. Что ты там опять в небо уткнулся? Так, я пытался смотреть. Терминалы, don't distract, good advice, синий-синий-синий, чем я взял chemical drink. Так, ну нам нужно как-то наверх. Есть ли путь наверх, она спрашивает. Ну я хуй знает, я вижу лестницу, но я до нее не дотягиваюсь. Ты все мне отдал, что у тебя есть? Да, тут почему-то подсвечиваются вот в эти провода. Да, на них нажимаешь, они говорят это, да. Типа, не могу достать кого. Есть ли путь наверх? Есть лестница вот тут. Но я не вижу, как ее опустить. Я попробовал ее пообзывать, но она выше этого. Я вижу красную кнопку. Да. Ага. Нам прям тут явно, да, намекают на это. Угу. Так, а кем ты управляешься? Подождите меня. Так, возможно, это позже будет. Вот. Я пока не вижу, как эту штуку запустить. Может быть, типа пост. О, я догадался. Ты тоже догадался. Отлично. Давай. По высоте их надо расставить. Да, по высоте их расставить. Так же, да? Да, нормально. Вот почему не. Блять. Не туда. What are you doing? That is not part of the test. Ой, меня немного скинуло. Видишь, ты от очков избавился в свое время, а вот не надо было. Я сделал себе операцию. А. Идем в начало, наверное. А, подожди, тут же лестница. Тут, да, уже тут. Так, все, ты расстроен? Можно снять. Какой-то just start у него там есть, я не понимаю.
там пока вошел, да? О, я нашел. Тут надо было далеко не уходить. Нужен код, короче. Total control is just start. Давай, старт. Как написать старт? А, старт оппозит. Стоп, короче, все. Я могу тыкать. Тихо, сука. Блять, а как вверх? А, блять. Стон. Камень. Стон. Стон. Чё? Ну да, да, практикуем и достигаем это. А, тут несколько задачек, короче. Да. Подождать тебя? Ты вернёшься? Я тут. Всё, решай. F3. Что? Что? А можно попроще? Блин, ты... А, вайс, мудрость, боже, блять. Оу, это не про меня. Да, если бы про меня бы тоже было, да. А, вайп, это не вайс, это вайп. Тогда это полностью уничтожение. Все, ты решил свою, да? Нет, я ее не знаю. Свою, тут их еще две. А, еще две? Ну какую ты не знаешь? Давай. Я ни одну не знаю. Да, ты обе посмотрел? Я не понимаю. Так. Я же английский не знаю. Is a waste of... Ship is a waste of resources. Так, ну что тут написано? F3 у тебя написано. Вот ставишь F3. Ха, седьмая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше. S, шестая. Даже английского знать не надо. Цифры. Да я и цифр не знаю. Как у тебя цифры? Это поле чудес, ты чё? Тут нужно было банку с огурцами доставать. А, вот оно чё. Рефреш? Скорее всего, да. Даже не скорее всего. Реф. Крутите барабан. Fun is PS2 A for me. Чё, блять? О, господи. Так. Ты уже догадался, да? Нет. Что? Нет, а чё ты тыкаешь? Ну, короче, первое будет STUV, первое будет V, вот. А, нет, U, скорее всего, U. STU. Наверное, да. U, не Y. U, которая такая, а только как, не как у нашего. Блять. Что за... Вот она. MN. F минус 2, что будет у нас? A, B, C, D, F, B. Я, наверное, неправильно считаю. И а что такое анб? Ну, я неправильно считаю, скорее всего. Короче, я... давай Young? Так. Wang. Давай так. S, да? Раз, два. N. Блин, а может действительно это? Блин, я не знаю, сейчас. Нет, мне все-таки кажется в обычном алфавите, не здесь. Ну да, тут даже подсказка, кстати, была. А плюс 1, Б. Короче, еще раз. С плюс 2. Получается Т, Ю, да? Суп. Ну, Ю. Ю, мне кажется. Дальше Н. Ф минус 2. А, Б, С, Д, Е, Ф, Д. И Н плюс 1 это О, по идее. Да. А что за слово-то было? Да какая-то хуйня, я, если честно, не разобрался. О. Т апарасоте. Короче, тут все вместе. Смотри. Ты там тут? Нет, я опять этот. Да хватит, у нас 5 минут осталось.
А ты все справишься, ты молодец, я в тебя верю. У нас достал. Нам скоро выходить из дома. Ой, блядь. Давай. Create. Ну, блядь, тут же мы же это делали. E3. А эту? Да подожди ты. E3, где тут E, блядь? Его нету? Это хуйня? Так не работает? А, я понял, ладно. Так, господи. Блядь, тут все сразу, да, у нас получилось? Ну. Ой. Там все сиськи обсуждаешь. Сиськи, блядь, о чем ты? Это ты вот только о них и думаешь. Не можешь ничего решить. А, E3. Так, T плюс 1 это 5. Ой, блядь, а. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, да? Шесть. Ну, тут 8. Так, у нас O1, да, E3, T плюс 1, TU, да, U5, а дальше P это 2 и 6, N, open up, close down, пиши, короче. Что ты там тыкаешь? Нет, подожди. Нет, тут C. Open up. А так тогда не close. Ну, здесь down, короче. Там down. Здесь точно... Down. Down. А что может быть еще? Open. А, open down? Блять, а что может быть opposite of open? Open up. Блять, вот это английские эти надо эти знать. Я, блядь, хуй знает. Zone VU. Cloud. Типа выход. Ты будешь меня спрашивать? Я тебя спрашиваю, Cloud. Тут по буквам чем беда прям. Shut, shut down, блять. А если там было, да? Shut, да. All paths lead to one final escape. Escape. You've escaped. Goodbye, Quanti. Легко вообще. Изи просто. Но ты потом посмотришь, как ты решал вот эту хрень, которая проверяет, горит буковка или нет. Горит буковка или нет? Ну, электричество, когда надо проводить и понять, какая горит, это, какая нет. А на этом все. Игрушка была интересной и в первую очередь из-за того, что был общий сюжет. Надеюсь, в будущем будут и другие игры, которые будут также интересны и увлекательны. Не забывайте подписываться на канал, Дискорд, Телегу и Дзен. Всем удачи и пока! See you soon.